На прес-конференції Володимир Олександрович також говорив про те, що військові просили його мобілізувати ще 450-500 тисяч людей, але він каже, що немає конкретики, і він її чекає. І також він говорить про те, що там якби не вирішено питання демобілізації, а відпочинок потрібен, і незрозуміло, як будуть замінювати цих людей. Крім того, він говорить, що він чекає відповідей від уряду, яким чином забезпечити цих людей, і каже, що потрібно на це 500 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, а от а раніше ж ми пам'ятаємо, Залужний говорив про те, що потрібно повернутися у старі межі, так, мобілізацію. Романе Григоровичу, так який тоді має бути аргумент, і оце те, що озвучена така цифра вперше 450-500 тисяч. Це дійсно нам потрібна така кількість людей? Нам нужна професіональна армія, яка може бути собрана із українців максимум в 1% від населення. То есть армия должна быть 1400. Это должны быть профессионалы. Это если будет профессионал, если будет такая задача поставлена, и выполнять боевую задачу будут именно профессионалы. Не собранные, откуда попало и что попало. Ну не посадите вы кого попало в самолет, в истребитель, он даже туда не сядет. Он при посадке зацепит какой-нибудь трос и катапультируется. Не то, что уже выполнять какую-то задачу в воздухе или обучиться. Это просто нереально. По той же самой схеме также не посадите выполнять боевые задачи ни в танк, ни в БМП, ни даже просто штурмовиком, опять же слово просто штурмовиком. Штурмовик по уровню подготовки, он примерно на одном этапе, на одном же уровне, как и летчик-истребитель, примерно то же самое. То есть даже еще и по некоторым позициям покруче должен быть. То есть, по большому счету, у нас должна быть профессиональная армия, это около 400, ну пусть полмиллиона человек. Полмиллиона – это потолок, больше не нужно, потому что она сама себя начинает после определенного количества человек, она сама себя начинает содержать, армия, и будет все больше и больше требовать. Поэтому нам надо к этому вопросу. Да, к полмиллиона, пусть 400. Реально 40 миллионов человек украинцев, 1% от населения может воевать по своим психофизическим и данным генетическим. 1%, то есть это около 400 тысяч человек. Но это должны быть профессионалы. Их надо отобрать, их надо заинтересовать, потому что это должны быть мотивированные люди. Мотивация, мы уже говорили неоднократно, мотивация должна быть сейчас на данный момент финансовая, другой мотивации просто не будет. Идеологической мотивации у этого правительства не может возникнуть. Почему? Потому что тяжело до них доходит, они не понимают вообще, о чем речь, что такое идеология в армии и идеология в выполнении боевых действий, и вообще идеология государства как таковая, то есть идеологическая накачка военнослужащих. Этим никто не занимался, эта власть просто не способна, они не понимают, о чем речь. А раз так, значит, финансовая не понимают, значит, тогда финансовая мотивация, и дальше эти 400-500 тысяч человек профессионалы будут выполнять профессионально свои задачи, естественно, с очень малыми потерями, очень малые потери будут, профессионалы не допускают потерь, если допускают, то очень малые. Но, естественно, с малыми потерями техники, боеприпасов и так далее и тому подобное. То, что Залужный, для этого надо определенные шаги провести военно-политическому руководству, запустить механизм рекрутинга, это мы уже говорили, только рекрутинга не того, который сейчас запущен, это немножко не тот. Это не при ВЦК и военкоматах, рекрутинговой компании. Рекрутинговый центр должен быть в каждой бригаде. Спрофкомиссии, комбриг должен себе набирать, вернее, покупать в кавычках себе специалиста. А дальше те центры, которые еще не угробили, а почему говорит Залужный о том, что лучше бы не трогали. Правильно, лучше бы не трогали. Что произошло? Какой-то дебил, рядом стоящий при президенте, начесал ему по ушам о том, что надо на волне негодования о коррупции надо взять и снять всех областных военкомов. Там великие коррупционеры. Вот взяли, сняли. Это все равно, что летчику, который летит в самолете, все пассажиры сказали, давайте мы его выкинем, что-то он сильно трясет. Выкинули, а лететь кто будет?
Ну, вот примерно в таком режиме. Потому есть механизм сейчас, обратно уже не вернешь этих областников, которые, на которых держался призыв. Есть механизм поставить на их место первых замов, обязать их, то есть, ну, поставить им или исполнять обязанности, или уже стационарно приказать выполнять определенные задачи. Но общаясь с военкомами, я же с ними общаюсь, у меня очень много друзей военкомов, им надо сейчас не бегать, они, думаете, там сильно хотят бегать по улицам всех собирать, они прекрасно понимают, к чему это приводит. Им надо, по их просьбе, надо дать возможность призывать готовых, мотивированных и профпригодных специалистов с силовых структур, с правоохранительных структур. Там до 500 000 человек. Это специалисты однозначно все, потому что они принимались изначально стартово как профпригодные, то есть с обращением с оружием и понимающие, что нужно делать. Так там 500 000 уже есть готовых профессионалов, готовых штурмовиков уже, которых сейчас, если призвать, а даже там по 30%, по 150 тысяч, это уже решить вопрос. Плюс еще 500 000 госслужащих, тоже мотивированные, одни и другие закрыты либо бронью, либо спецучетом. То вот что просят военкомы. Снимите бронь с госслужащих и снимите спецучет с правоохранителей. И они наберут внутри себя, получается, внутри государства, наберут достаточное количество профессионалов, отправят их на выполнение боевых задач. И решится все вопросы. Так вот, самое интересное то, что генерал Залужный и генштаб, они показывают, они не заставляют кого-то что-то делать, они показывают свои потребности. А вот как эти потребности восполнить генштаба и вооруженных сил Украины, тут как раз принимает решение президент и политическое руководство. Вот не дай бог он опять этого дебила послушает, который ему сказал снять областных военкомов. И они просто начнут жатву, называется, то есть собирать по улицам людей, которые не профпригодные, и пытаться их воткнуть либо в истребитель, либо в танк. Ни истребителя не увидим, ни танка. Потом будем выкапывать истребитель, а танк будем вытаскивать из реки. Вот сейчас главное этого дебила, не знаю, или дебилов, которые, я уже специально это говорю, то есть это, я не знаю, дятлами их раньше называл, сейчас уже дебилами, потому что люди абсолютно не понимают, то есть вот кому можно, могла прийти в голову идея взять, снять сразу всех областных военкомов и полностью остановить мобилизацию, на полном ходу остановить мобилизацию. Ну и к чему сейчас пришли? А сейчас, ай-яй-яй, давайте что-то где-то собирать и на кого-то показывать пальцем. Так вот, это президент должен, это ж не он придумал, я ж не думаю, что он дебил или дятел. Он же слушает кого-то рядом, кто на ушах у него висит. Так вот, пусть сам для себя примет это решение, кто у него там в окружении из дятлов, и гонит его очень далеко. Чем дальше, тем лучше. Пинками, чем угодно. Но только если он еще раз ему посоветует вот такое же самое действие, как было проведено с областными военкомами, ну тогда придется Верховной Раде вместе с президентом президенту возглавлять батальон Верховной Рады и где-то отбивать промзону. А потому что плохо может закончиться просто-напросто. Особенно сейчас, при принятии этого решения.